1995 года мы вместе. Медиахолдинг «Истоки». Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет. Год 2010. Поступает в продажу первый в мире планшет iPad. В Дубае сдан в эксплуатацию самый высокий в мире небоскреб. В России проходит всероссийская перепись населения. В Орле в компании «Истоки» происходит смена радиостанции «Шансон» на «Ретро-ФМ». На телеканале «Истоки» запущен новый проект «Глаз народа» с Валерией Гавриловской о качестве продаваемых продуктов. Пришли на работу Денис Еременко, Сергей Богданов и Александр Петров. Важные события в 2010 году у наших партнеров. В Орле на территории поселка Завокзальный железнодорожного района появляется первый аптечный пункт ООО «Манфарма». На сегодняшний день это уже сеть аптек «Манфарма». В аптечных пунктах действует система скидок для пенсионеров на все товары. Работники аптек «Манфарма», дипломированные специалисты, проконсультируют и помогут подобрать необходимые лекарственные препараты. «Манфарма» всегда рядом. Медиахолдинг «Истоки». Медиахолдинг «Истоки». 18 важных лет.